12 мая Америка празднует Mother's Day, то есть День Матери. В России мы празднуем 8 марта женский день, здесь такого дня нет, есть День Матери. И мы едем отмечать этот день в один из резортов Аризоны, который называется Four Seasons, находится в горах, находится в пригороде Феникса Скоттсдейл. Это курортное место очень приятное, люди приезжают сюда и останавливаются в комфортном отеле. Чем они занимаются днем? Они посещают различные спа, ходят на массажи. Вечером они сидят в различных ресторанах, как outside, так и inside, наблюдают закаты. Также днем здесь большой выбор хайкинг, то есть походы в горы по тропинкам. Вот так выглядит подъезд к ресторану. Всевозможные деревянные, красиво вырезанные скамеечки, столики. Всегда приятно приехать в такое место на ужин, где не просто ресторан, а больше, чем ресторан. Своего рода полудомашняя атмосфера. Перед тем, как войти в ресторан, вы можете присесть в одно из уютных местечек. Вам принесут холодные напитки, легкие закуски. И таким образом вы будете подготавливать себя к тому, чтобы переходить уже непосредственно в ресторан на ужин, осматриваться вокруг и наблюдать эту приятную, расслабленную атмосферу, где кто-то сидит за барными стойками, кто-то сидит outside за столиками. Привет! Вот, можно заглянуть, вот здесь вход в ресторан. Можно заглянуть outside, посмотреть, что происходит там, а там происходит подготовка к свадьбе. Много столов, накрытых белыми скатертями, даже висят очень красивые люстры. Вечером они будут, естественно, зажигаться, и я так думаю, что будет очень красиво на фоне этих гор, на фоне заката. Ну, люблю я Аризону, ну что делать, вот сказка это и все. Вот дрон летает, снимает свадьбу, подготовку к свадьбе. Вот мы уже в ресторане, так он выглядит изнутри. Красиво, не правда ли? Оригинально. Мы сидим у окна, откуда открывается вид на горы. Можно видеть все, что происходит снаружи. Вот здесь на террасах тоже находятся столы. Привет! Французское шампанское. Зажгли камины. И вид стал еще более романтичным. Мы отмечаем Mother's Day. Ну вот наш динер закончился. Мы вышли на террасу и наблюдаем опять за тем, что происходит снаружи. Собираются гости постепенно на свадьбу. Люди сидят, наблюдают с другой стороны ресторана, тоже на открытой террасе.
романтично, арфа играет. Дрон завис над нами. И опять дрон. Такое впечатление, что он снимает нас, а мы снимаем его. Привет, дружок. Сколько камер. Теперь мы переходим в один из внутренних залов, где играет спокойную музыку, сидит гитарист и звучит живая музыка. Здесь находится только одна пара, которая слушает музыку, ну и мы. Так приятно закончить ужин. В уютной атмосфере слушаем музыку. Так закончился наш вечер, Mother's Day, happy, happy. Я была очень счастлива. И всем вам доброго дня.